Здравствуйте! Добро пожаловать в сказку! Даня Зваев, Нина Матюхина, Маша Годыновская, Даня Мешков, Слава Журавлев, Тимофей Семилеткин, Баврина Саша, Рита Липин, Аня Иванова, Лика Калашьян, Ксюша Зверева, Кирилл Воробьев, Лиза Зингель, Халил Степанов, Лиза Сенченкова, Эрик Пугасян. Наталья Сергеевна! Добро пожаловать в сказку! Группа «Сказка», она у нас очень загадочная, интересная. У нас каждый день не обходится без чего-то интересного. Как на ваше неделье расчехлены веселье, девок нет нам близки, румяные сиквусны, садимся за стол. Садимся. Татьяна Львовна. Татьяна Львовна. Следит за порядком очень сильно, когда мы спим, особенно это там накрывает на стол, а воспитательница там иногда тоже накрывает на стол, раздает фрукты иногда, так это делает Татьяна Львовна, особенно Наталья Сергеевна с нами занимается. С утра проснувшись рано, бегут ребята в садик. Бегут скорее в группу, где слышен детский смех. Здесь лучший воспитатель по имени Наталья.
улетая, встречает у порога и обнимает всех. Скорее проходите, ботиночки снимите. Наташа, Даша, Степа, вы очень хороши. У вас такие платья, рубашечки такие, красавицы и умники. Люблю вас от души, чтоб добрыми и сильными, здоровыми и крепкими, а также очень ловкими, с утра начать свой день, зарядкой заниматься, тянуться, наклоняться, вертеться и подпрыгивать нам каждый день не лень. Мне нравится ходить в детский садик, потому что там много друзей. Дядя Кирилл и Дарья Бешков. Кирилл всех, короче, сильный. Пока Кирилла не было, я была самая сильная в этом саду. Мы почти не деремся. Потому что мальчики пытаются подружиться с девушками, а девочки не хотят. Ну, просто таким образом они привлекают девчонок, и они с ними целый день ходят. Ну, некоторые боятся. Например, меня боится. Девочки у нас, конечно, замечательные. Не любят нас. Я говорю, ты со мной дружишь? Они говорят, нет. Когда Маши нету, никто со мной не дружит. Сейчас Маша есть. Она, ее не будет, и меня не будет. Как это завтра. Она может дружить и не дружить. А сейчас не дружит. Некоторые привлекают просто. Ну там, например, Слава влюбился в Сашу Баврину. Он до вчерашнего дня ей делал валентинки. Какие-нибудь подарочки с сердечками, типа. Представляется? Сердечки. Чтобы привлечь внимание. Я совершенно другой. Естественно, самая крутая у нас Нинка. Я влюбилась в Максима, но и он в меня, но он ушел в школу. Представляете? Настя вот влюбилась в этого Максима, только они вместе ушли в школу в один класс, им еще везет. Это там еще... Там. Ну, у нас много таких, которые влюблены. И ну, я тоже. Я вообще-то девчонку вообще не привлекаю. Я играю просто с Данькой Зваевым. Это круто. Мне так нравится детский сад. Отдыхать можно в комнате. Комнат. Играть можно. Потому что еще воспитатели добрые, тут интересно. Такие, мы забавные, мы смешные, кто-то кого-то обижает, кто-то наоборот целует, то мы пишем валентинки дарим, бесконечное множество, то целуемся, то признаемся в любви, у нас любовь, и у нас разные чувства возникают. Что же тут поделать, если надо? У мамы
меня будет, и мы одеваемся, подкушаем, одеваемся и идем в садик. Ну, рано. Мама меня всегда рано будет. Когда она встает, она меня сразу будет. Мы встаем, мама, мы идем с мамой на кухню, мама включает телевизор, смотрит. Вот, пока 5 минут мама пьет кофе, я либо отдыхаю там на диване у мамы, либо играю в планшетник. Меня папа всегда будет. Мы сначала с папой переодеваемся, мы с папой 2 раза целуемся, и я захожу в группу уже. Разбегутся утром кто куда. Старшая сестра и папа с мамой. В школу, на работу даже бабушка и та мчится по делам своим упрямо. Ну а мы спешим сюда. Детский садик наш любимый, самый светлый и всегда самый лучший и неповторимый. Самый лучший, наверное, детский садик в мире. Взрослые нас за руку возьмут, и пойдем мы вместе утром ранним. Здесь нас любят, здесь всегда нас ждут наши воспитатели и няни. Меня встречают, когда я захожу сюда, здесь всегда Татьяна Любовна ходит. Иногда я прихожу первая, иногда самая последняя. Ну, не последняя, а вторая, там, третья, вот. Если завтра скажут мне опять, отдохни сегодня в воскресенье, буду я по садику любимому скучать, непременно все на удивление. Хорошо спешит с утра, позабыв про непогоду, любит очень детвора. Детский сад любой. Детский сад любое время года. Детский садик очень любимый. Год за годом здесь проходит детство. Скоро мы расстанемся, увы. Никуда от этого не деться. Мы желаем садика души, чтобы жил тут долго и богато. Пусть уходим мы, но будут снова малыши здесь расти, как мы росли когда-то. Наш любимый детский сад никогда не позабудем, и пускай года летят, мы тебя любим и прежде будем, и пускай года летят, мы тебя любим и прежде будем. Помню, я был маленьким. 2 годика как-то так. Детки пришли в 2,5 годика с яселек, первую младшую группу. Тогда меня забирали не так поздно. Тогда я немножечко побуду в детском садике, и потом меня заберут. Тогда я еще была совсем маленькая. Когда только пришли маленькие, мы их как малышей укачивали с Натальей Владимировной. Да, на руках даже качали, как маленьких, чтобы они уснули. Конечно же, не хотел уходить от мамы. Меня мама привела. Я впервые с Настей Гордеевой познакомился. Там есть у нас. А мы, ну так, нормально. Но когда я увидел, что мама ушла, я так плакал. Плакал уже весь день. Мы старались им заменить маму, пожалеть, погладить. Но у них было даже за то, что пожалел воспитатель, борьба. Да, они там, сейчас моя очередь, будете меня жалеть. Нет, моя очередь. Но они как за то, чтобы вот их поласкали, обняли, пожалели, даже боролись за это. Thank you.
я пришла в эту группу, когда деткам было 4 годика. Это была средняя группа. Тихонечко ручки вырастают, растут. Тихонечко, медленно растет, растет. Медленно, медленно растет. Тянется к солнышку. Тянется, тянется, тянется выше к солнышку. Согреться хочет. Тепло мамочки своей. И вдруг распускаются листочки. Зеленый, молоденький, радуется росточек солнышку. Самое главное их умение, да, это вот личностный рост. То, что дети какие-то свои неудачи превозмогали, росли вместе с нами. И мы им помогали в этом. Наша заслуга только в том, что мы каждому ребенку старались справиться с тем, что у него не получается. Да, помню. Я сначала была в первой группе. А когда уже стало 2 годика, я уже пошла в вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую. И вот 10-я сказка называется. Мне было 4 года. Или 5. То есть 4-5 лет был детям, когда я пришла в эту группу. Я пришла, естественно, мы начали уже акцентировать внимание на всем. И в шкафчиках, как развешивать одежду, как правильно одеваться, гулять, и как заниматься, и как питаться, ну, то есть все. Скоро мы пойдем в школу. Да, в сентябре. Я 7 класс. 7 класс. Я хожу на подготовку и занимаюсь. Угу. Дома еще заниматься надо. У меня не будет подготовки. Я хочу пойти в школу, потому что там будут много друзей. И в школе мне купят рюкзак хороший. Потому что там будут уроки всякие разные. В школе они как в садике до вечера сидеть, а в школе нет. Потому что там каждый день чего-нибудь в столовой можно закусить. А в садике не в столовой. Ну, там... Надо будет, может, свое приносить, а может, их надо будет есть. Я не хочу оставаться с детским садиком, потому что тут интересно. Я не хочу оставаться с детским садом, потому что тут бассейн и все тут хорошее. Thank you.
я представляю школу, что там будут сложные домашние задания. Я буду скучать по детскому садику, потому что мне в нем нравилось. Я буду скучать по детскому садику, потому что мне он тоже нравится. Как нас сожгли именины, истекливый корабль, вот такой мужчины, вот такой нежины, вот такой мужчины, вот такой. Я хочу стать, когда я вырасту, космонавтом. Я хочу быть хоккеистом. Я хочу быть зубным и лечим зубы.
У меня есть мечта попасть на сцену. Я хочу стать художником. Это трудный вопрос. До этого я хотел стать военным. Потом я как-то подумал, хотел стать изучать скелет человека. Потом подумал, может, я буду изучать скелеты динозавров. Я хочу вырасти наездником. У меня есть мечта, чтобы мне купили настоящую гоночную машину. У меня есть мечта, чтобы никто не умел со временем. Я мечтаю, чтобы у меня никогда не было беды. Чтобы никто никогда не болел. Чтобы все дети были счастливы. У меня есть мечта, что я полетела в космос. У меня мечта стать самой хорошей девочкой. Я хочу пожелать воспитателям добра и счастья. Здоровья и счастья крепкого, чтобы они никогда не болели. Я мечтаю, чтобы у меня появился родной брат. Наверное, надо попросить, чтобы все мои родственники никогда не болели. Гуляют по свету, ночь запрягая в карету. Сказки живут на полянах, бродят на зорьке в туманах. А принц Белоснежку полюбит, а жадность Кощея погубит. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Мир озарив чудесами, сказки летят над лесами, на подоконник садятся, в речке, как в окна, глядятся, а Золушку выручит фея, не стонет горуныча змея, пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Со мною повсюду, их никогда не забуду. Стоит сомкнуть мне ресницы, вмиг сивка-бурка приснится, а месяц засветится ясный в глазах Василисы прекрасной. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро.
побеждает добро. Но все ж побеждает добро. Но все ж побеждает добро. Переполох. Весь детский садик провожает своих детей, выпускников. Просторный зал так переполнен. Сдержать волнение нельзя. Своих ребят отправить в школу пришли родители, друзья. Волнуетесь? Мы понимаем вас. Ведь каждый день друг друга мы встречали. Так незаметно дети подрастали. И вот он наступил прощание час. Пусть музыка вихрем ворвется в наш зал! Зачем говорить много слов? Пусть будут улыбки на лицах сиять. Приветствуйте выпускников! Школа нас ждет.
все летят, земля кружится, и время не вернуть уже назад. К нам детство никогда не возвратится. И придет, и больше детский сад. Ooh.
огромное количество шаров, а еще сказочный, волшебный замок, пришедший к нам из книги нашего детства. А вы хотите узнать, что же написано на этих страницах, этих книгах нашего детства? Давайте перевернем первую страницу. Какие мы были? Учились топать ножками, теперь вы подросли. Мы пришли поздравить вас с переходом в первый класс. Мы пришли попасться, лучше жалко оставаться. Мы за вами, вы такие, они взяли руки на собой. Какой стишок мы приготовили? Я думаю, что старшие дети потанцуют с нами. Праздник сегодня пришли. Свои пожелания вам. Утром солнышко встает, детки сами на дорогу, смотрит, как того бахнет.
какими мы пришли в наш детский сад. Снова книгу мы читаем. Что же ждет нас, мы не знаем. А следующая наша страница нашей книги – любимые игрушки. Я водитель просто класс. Школу
что впереди нас ждет, не знаем. Следующая страница – интересные истории. Стоит в поле теремок, он ни низок, ни высок. К теремочку подойду и у теремка спрошу, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет. Нет ответа – не слыхать. Нет ответа – все молчит, теремок пустой стоит. Стоит в поле теремок, он ни низок, ни высок. Эй, замочек, отомкнись, кто живет здесь, отзовись. Нет ответа не слыхать, буду жить здесь, поживать. А потом бупар пришел и такую речь завел. Маленьких утят, а утята возле мамы находиться не хотят.
Три утенка, три ребенка, пруд нырнули на ходу, а остальные загорали на зеленом берегу. Сколько братцев загорает? Кто их маме сосчитает? Молодец, Ниночка. Наварил ухи рыба. Сосчитать не мог никак, сколько рыб в уху попало, чтоб уха вкуснее стала. Щука, окунь, два ерша, лещ, блестящие, пока. Ну? Шесть. Молодец, Сашенька, пять. Уповая на удачу, слон решал в уме задачу. Сколько надо взять водицы, чтоб умыться и напиться? Три ведра принес из бочки. Отдохнул чуть-чуть в тенечке, решил не экономить. Три ведра еще наполнить. Ты реши скорее вопрос. Сколько? Шесть! Ну, к концу вы уже молодцы. Жили-были у бабуси два смешных веселых гуся. Две козы, два индюка, два горластых петуха, да еще две свинки. Свинки, розовые спинки. Сколько всего животных? Десять! Молодцы, ребятки, отгадали все загадки. А сейчас предлагаю поиграть, цифры все расставить в ряд. Я тоже.
Здорово, это друг любить. Вместе мечтать. Рисовать, лепить, делиться секретами, делать подарки. Друзьями жить весело, радостно, ярко. Портфель. Да. Ох,
вот, что мне легче. Что это у тебя тут торчит? Это что здесь за предмет? Что это за предмет? Это, братцы, пистолет. И рогатка. И лопатка. И огромный амулет. Вот это да. А давайте-ка еще посмотрим, а что у нее там есть? Какие? Это не мое. Предметы. Тут нужны, а нет. Какие не нужны? А вот еще подложили. Здесь есть предметы. А вот тетрадка нам понадобится в школе? Зачем? Лопаткой покопал. А краски? Да. А пластилин? Да. А у нас еще есть и букварь? Да. Так, ну-ка я еще раз посмотрю, какой еще там есть предмет. Подожди, еще я не посмотрела. Вот еще линейка. Есть? Нужна нам она? Да. Да, линейка. Мое. Нашла, подожди. А твою, скажите мне, лопатка нужна? Нет. А рогатка нужна? Нет. А амулет нужен? Нет. Нет, нам это точно не понадобится. И пистолет. И пистолет тем более. Все-то вы умеете, все-то вы можете считать и писать, и портфели собирать. Я знаю, что вы умеете. Танцевать. Не верю. И сейчас я вас проверю. Ну-ка, ленточки берите и чего-нибудь пришите. Двигайся, мальчик. Хочешь быть моим хвостом? Да, конечно же, хочу.
сейчас мы вместе и поиграем. Будем отвечать на вопросы. Но не просто кричать, а вытаскивать, кому предложит Баба-Яга. Вот такое вот секретная табличка. Кто будет вечером будильник? Будильник заводить. Давайте посмотрим, пожалуйста, Юлечка. Сосед с третьего этажа. Хорошо, дочка. Кому за формы первоклассника следить? Читайте. Кто будет ровно в 6 утра всегда вставать? Правильно, верное решение. Кто будет завтрак быстро-быстро весь съедать? Тетя. Хорошо. Кому портфель придется собирать? Папа будет собирать. А кто букварь будет старательно считать? Директор школы. Кто будет плакать, когда выбьется из сил? Мамушка. Кто виноват, коль школьник двойку отхватил? Кто на собрание будет в школу приходить? Наталья Сергеевна. Кому до школы первоклассника водить? Девушка. Вот молодцы! Хорошо отвечали, аплодисменты. Еще брат? Ну что ж, у вас... У вас школьная жизнь начинается, ребенок взросленький стал, все изменится, получается. Ну вот, а я одна тут остаюсь. Да? Ну не переживайте, Баба-Яга. Может быть, вы нам что-то подарите напоследок? Подарю. Ну, наверное, подарю. Куда я тут портфельчик свой спрятала? Вот здесь где-то у нас стоял портфельчик. Вы, конечно, в школу приходите. Меня старушку не забывайте, гости тоже приглашайте, а я вам подарю, это пока самой надо, свой любимый колокольчик. Он вас в школу позовет, а в самой школе вас уже будет ждать самый настоящий школьный звонок, самый лучший и самый радостный. Только вы не забывайте, ладно? Ну что ж, прощайте. Лес давно уж не пора. До свидания, детвора. До свидания. Ну вот и перевернута последняя страница нашей книги. Настал момент прощаться. Все спасибо хотим бы сказать. Воспитателям, няням, медсестрам будем часто их вспоминать. Ведь, наверное, очень непросто детям сердце свое отдавать. Было в группе уютно, красиво. Садик утром мы с радостью шли. Говорим вам всю дружбу. Спасибо! И послушаем до самого сих. Кудрявые березки.
конечно. Я тоже присоединяюсь ко всем этим пожеланиям. Простите, здоровыми, счастливыми, добрыми. И хорошо учитесь. И, конечно же, не забывайте наш детский сад. Добра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему всегда, иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему всегда, иди дорогою добра. Будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.